Гидроэнергетика – это древнейший вид энергетики. Благодаря ей мы получаем около 19% всего электричества. Используя энергию течения рек, мы не задействуем дамбы. При турбинной гидроаккумуляции используется дамба и резервуар с водой. При насосной аккумуляции вода циркулирует между двумя резервуарами. Существует также волновая энергетика, называемая еще энергией моря. По объему генерации гидроэнергетика бывает крупная, средняя, мини, микро и пика. Существует концепт малой гидроэнергетики, включающий в себя последние три вида. Она работает с небольшими реками и потоками воды. Стоимость разворачивания малой гидроэнергетической системы выгодна с экономической точки зрения, благодаря отсутствию необходимости в крупных постройках, что подразумевает минимум капитальных затрат и обслуживания. Эксплуатация таких систем минимизирует влияние производства электричества на атмосферу. В связи с положением дел в мире и спадом глобальной экономики, сравнивая стоимость гидроэнергетики с другими возобновляемыми источниками, такими как солнечный свет и ветер, можно сказать, что энергия воды представляется своего рода волшебством и наиболее подходящим решением. На сегодняшний день малая гидроэнергетика подает большие надежды. Благодаря быстрому развитию ее можно назвать одним из наиболее экономичных и экологически чистых видов энергетики, пригодных для электрификации, в частности сельского хозяйства в развивающихся странах.